Появилось видео с места смертельного ДТП под Касимовым. В аварии погиб 45-летний мужчина. 27 апреля 2020 года приблизительно в 8:05 на 213-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород произошло ДТП. По предварительным данным полиции, водитель, управляя автомобилем «Шевролет Нива», не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются. Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Касимовский обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.